Приветствую всех подписчиков и гостей канала Goodboy. Сегодня я решил сыграть еще в одну игру из Android Play Market. Называется она «Иван Царевич и Серый Волк». По сути, наверное, фанат серии мультфильмов про Ивана Царевича и Серый Волк. По-моему, из всех трех частей ни одной не получилось плохой, в отличие от «Богатырей». Все три просто шикарны, на мой взгляд. Если посмотреть тут музыку... Не музыка, а ролик. То тут прямо игра крутая, судя по всему, потому что тут они говорят, как в мультике, теми же голосами. Слышите, да? Вот так. Ну, круто. Для поклонников игры сам о том, и я как раз он и есть. Давайте же испробуем ее в деле. Фирма 1С, это хорошо, наверное. Вот так вот. Заглавный экран. Что интересно, в Play Market нету первой и второй части, а сразу почему-то третья. Думаю, это потому, что это официальная игра по фильму, ну или по мультфильму, можно так сказать. Вот, по третьей части. Хотя тут я заметил, по ролику будут и вторые. Ну, персонажи из второй тоже. 39-е царство, парижские каникулы, замок Кощея, повидлопровод и реклама еще одной игры. Понятно. Ну, давайте начнем, конечно, с первого. Тем более, что другого мы ничего и не можем начать. 39-е царство. Старичок-царь рыбачит. В Play Market было написано, что это головоломка. Это злодей из второй части ставит преграду. Прикольно. Знаете, да, что в мультфильме кота озвучивает Боярский? Тут, походу, тоже. К счастью, мы находимся в 39-м царстве, и тут все, в общем-то, знакомо. Не забывайте, что нужно работать в команде. Это залог успеха. Ну и прекрасно. Используйте кнопки с изображениями персонажей, чтобы менять действующего героя. Друзья мои. Супер. Так. Как скажешь? Похоже на Lost Vikings. А ведь любую дверь можно открыть. Так ли? Хочу сказать, игра похожа на Lost Vikings. Там, помните, три было персонажа, и надо было ими как-то кооперироваться. Интересно, для чего эта кнопка в полу? Попробуй наступить на нее. Думаю, я смогу. Уже иду. Ну что, Серый, справишься с препятствием? Уже иду. Волк умеет прыгать. Хороший ход. Кнопка действует, пока она нажата. Запомни это. Понятно. Три сундука в каждом уровне, походу. Рычаг может переключать состояние чего-либо, механического или магического. Давай попробуем. Ты вполне можешь спрыгнуть на уровень ниже. Не бойся. Я и не боюсь. Есть, я видел.
Василисой! В погоню же скорее! Как говорится, твоя принцесса не в этом замке. Так. Видите, я заметил, что в игре, кстати, по крайней мере в комментариях, все жалуются на... Что же, на что же они жалуются? На то, что много рекламы. Но я ее пока не видел и надеюсь не увижу, потому что вот у меня есть прекрасный фаервол, который не пускает игру в интернет. И не получится показать нам рекламу, как бы они этого не хотели. Некоторые игры, конечно, делают так, что без интернета вообще работать не могут. Да, но это может... Интересно, что значит эта кнопка? Это карта. Понятно. Есть. Не советовал бы рисковать жизнью и прыгать, Ванюш. Да и не собирался. Попробуйте выдвинуть мост. Где-то должна быть кнопка или рычаг. Вот мы объединились. Все вроде идет хорошо. Думаю, должно получиться. Первые уровни, конечно, самые простые. Так ты стоишь на месте, ничего не делаешь.
Конечно, он ушел. Волк умеет ползать по-пластунски. Хорошо. Ты чего? Хочется посмотреть, что это за кнопочка справа снизу. Это гардероб, понятно. Пока все закрыто. А открыть все можно за деньги. Наверняка. За 15 рублей. Так-то недорого. Может, и открою попозже. Посмотрим, что тут еще есть. Угу. Настроечки. Можно сохранить, синхронизировать, судя по картинкам. Это хорошо. А, это реклама других игр от 1С. Ну, понятно, ладно. Идем дальше. Всего тут 15 уровней в этом эпизоде. Тут дело посложнее.
не туда пошел. Что ж, давайте попробуем пройти первый эпизод, пожалуй, за один раз. Так точно. Есть. Как скажешь. Иду. Иду. Что делать-то? Не думал.
Хорошо.
Ну-ка, сколько мы уже прошли? Угу. 9 из 15. Осталось 6. Кажется, реплики Ивана, Василисы взяты из мультика, и только кот Боярский специально разговаривал ради этой игры. Ах.
какая-то наковальня появилась. Думаю, не случайно. Муху, например. Как скажешь. Я Ника. Есть. Опа. Вот так. Опа. Иду. Все. Я Ника. Thank you.
Ух, сколько тут всего. Чем дальше, тем сложнее. Командуй.
скажешь тоже. Это похоже на анекдот такой, знаете, да? Типа, ёж, птица ленивая, пока не пнёшь, не полетит. Экономит магический заряд, стало быть. Я думаю, он управляется отсюда. Коврик сам по себе не летает, только если на него наступить, да? Понятно. Похоже, мы пришли к безвыходной ситуации.
Придется начать заново. Впервые. Это ленин экономит магический заряд. Я думаю, он... Скажешь тоже. Что делать-то? Точно.
Скажешь тоже. Скажешь тоже. Есть. Повторится, заявление напишу. Вот это было неожиданно. Повезло тебе, Иван, с женой. Да, можно было и без Ивана обойтись. С такой-то меткостью. Походу, мы прошли целый эпизод. Следующий эпизод будет... Стоп, почему-то тут написано 44 из 45. Я где-то не все собрал. Смотрите. А, во втором уровне был один сундук не собран. Как же я упустил его? Сейчас исправлю. Ну вот мы и прошли все уровни первого эпизода со всеми сундуками, с чем нас и поздравляю.
Игра, конечно, не сказать, чтоб супер захватывающая. Но интересная такая головоломочка, симпатичная, приятная графика и знакомые голоса. Все это очень здорово. На этом пока все, дорогие друзья. Давайте действительно оценим нашу игру. Поставим ей пятюню. Думаю, она ее заслужила. Что интересно, мы вот эту игру пробовали бесплатно. Они предлагают оценить платную. Ну, я, в принципе, не против. Как я ее могу оценить, если ее у меня нет? Или это не так завуалированно предлагают ее скачать, то есть купить. Может быть, я это и сделаю. А пока этой игре поставлю пятюню, потому что она это заслужила. Спасибо, дорогие друзья, за просмотр. До новых встреч!